серьезно готовимся к турниру. Тренировки проходят в любую погоду. На самом деле жду от футболистов красивой игры. И, конечно, хотелось бы поднять кубок над головой. Тем более турнир в Воронеже, где придут родители. Хочется порадовать близких, тем более это первый турнир официальный для футболиста 2008 года рождения. Наша главная задача – это подготовить футболистов в профессиональный футбол, к профессиональному футболу. Поэтому у нас нет задачи выиграть любой ценой. Наша задача – показать красивый футбол, показать взрослый футбол. Сейчас анализируем в том числе и игру соперника. Посмотрели некоторые игры на турнире в Тамбове. Представители Курска, Тамбова. Пока не смотрел матчи «Локомотива», но в ближайшее время такую задачу ставлю себе. Вот. Но на самом деле мы не будем исходить от соперника. Наша задача в каждой игре, в каждом матче, в каждом турнире – это показывать свои лучшие качества, показывать то, что мы умеем и к чему мы стремимся. Приедут очень серьезные команды, и будет много болельщиков. И я и наша вся команда должна показать себя с лучшей стороны и доказать, что мы главные. Придет моя семья, мои родственники, бабушка, дедушка, мои друзья некоторые придут. Мы все здесь, потому что мы все любим «Факел», с детства за «Факел». И Академия – это впервые в Воронеже такое происходит. И очень хочется карьерного роста в Академии и поднять «Факел» в высшую лигу. Ну, конечно, очень интересно сыграть. Приедут такие, как бы, крупные Академии. С ними интересно сыграть, проверить свои силы. С «Локомотивом» будет, мне кажется, прямо интересно. Мы и так готовимся хорошо. Тренировочный процесс идет полным ходом. Поэтому, думаю, будет легко. Ну, не легко, но интересно. Победа – это приятный бонус. Прежде всего нужен хороший футбол, поскольку мы сейчас это тренируем. Хорошая игра навсегда, приятно зрителям даже и самой команде, даже несмотря на счет. Понятно, что главное, ну, смотрят на результат, но для меня важно, чтобы моя команда хорошо сыграла. Академия «Факел» для меня – это возможности, это интерес, это друзья, это хороший тренер. Ну, я очень рад и очень горд быть тренером этой команды, потому что футболисты пришли из разных команд с разными требованиями, с разной подготовкой. И сейчас для кого-то абсолютно новая информация стала поступать, но все стараются, все стремятся перейти на новую ступень и стать профессиональными футболистами. Поэтому для меня они стали уже родными, и я хочу помочь им стать на самом деле профессионалами.